Астадар и темный храмовник Зирату выжили под натиском атак Керриган, но их армии храмовников были уничтожены. Керриган, чтобы отыскать и уничтожить оставленных воинов протосов и найти свою неуловимую жертву, начинает опустошать горящие пустыни Чара. Тем временем Рой Зергов телепортировался через космос и начал свое вторжение на ненавистную родину протосов Айор. Верьте мне, часть нашей победы близок. Так как в этом мире Айор мы объединимся с самой сильной и известной раз. Затем мы станем величайшими детьми природы. Мы станем безупречными. Но сначала я должен выдвинуть манифест этому миру. Должна быть приготовлена почва. Вы должны захватить кристаллы Хайдриана. В них заключена невообразимая сила протоссов. Вперед, мой мозг, добудь кристаллы и покажи свой гнев тем, кто попытается помешать стае. И вновь я приветствую вас, мои дорогие друзья, вновь конец брифинга, и мы продолжаем прохождение. На этот раз нас ждет Айор. Нам дали несколько полезных юнитов, впрочем, как и всегда, и мы будем, как и всегда, радоваться тому, что нам дали, потому что, собственно, чему нам еще радоваться, дорогие мои друзья? Собственно, чему нам еще радоваться? Давайте строить, еще раз строить. У нас есть подземная колония, у нас есть маяк зергов, и все нам это понадобится. Единственное, чего у нас нет, это... Нет, газ у нас тоже есть. Я, как всегда, вам наврал. Газ у нас есть, и все хорошо. Такие дела. Сделаем точечку вот здесь вот, и все будет совсем хорошо. Вот нам нужно вот сюда, вот в эту маленькую точку. Здесь находится нечто полезное, что поможет зергам развиваться дальше и так далее. В общем, и все будет круто. Что мы будем делать? Ну, естественно, будем как-то развиваться, что-то полезное изучать, как всегда. Первое, что мы сделаем, это захватим какую-нибудь базу, как только у нас появится такая возможность. Потому что пока что мы видим вокруг нас только лес, и больше, собственно, здесь ничего нету. Давайте возьмем крабика и разведаем обстановку. Потому что крабики довольно быстрые, плюс они при желании могут что-нибудь построить, если там, например, будет такая возможность. Но главное, крабиками не умирать, типа вот так. Мы заменяем крабика, так как мы нашли базу протосов. И, наверное, оставляем как раз-таки здесь. Да, мы нашли еще одну базу протосов. Окей. Возможно, там что-то плохое. Посмотрим, что у нас есть ниже. Строим еще больше крабиков. И продолжаем изучать наши территории. И мы видим, что нас, по сути, полностью окружили. И у нас всего один выход. Он находится вот здесь. То есть протосы к нам могут прилетать, но мы не можем бегать к ним напрямую. Нам нужно обходить. Поэтому как-то все вот так. Ну и здесь, естественно, давайте, пока у нас много денег, мы подстроим с вами дополнительную хату. Надо только разобраться, где вам ее поставить лучше будет. Наверное, вот тут. То есть пониже. Дабы она производила больше нам полезных юнитов. Что же я могу поставить здесь еще одну хату? И делать все в три. В три хаты. Что, я думаю, будет просто замечательно. А пока что нам не хватает рабочих. У нас идет довольно медленное производство, но это ненадолго. А так, омут у нас уже есть. У нас есть... что у нас есть? У нас есть мут. Ну, нету. Так, да. Мута, точнее, у нас нету. Вру. У нас есть гидра. И у нас есть пару малявок. У нас есть колония, соответственно, малявок. И нету инкубатора. Нету. В общем, да.
Сейчас мы будем все делать. Все делать, все развивать. Надеюсь, да, довольно быстро. Продолжают у нас здесь приходить ребята. Нас уже вот атакуют протосы. Это ни хрена не круто. Надо их атаковать. Типа вот так. И надо подстроить нам какую-то защиту в виде маленьких друзей. Кстати, попутно давайте подстроим нам защиту в виде плеток. Я таки не устаю повторять, что это все-таки именно плетки. Несмотря на то, что многие со мной не согласны, но, как по мне, это все-таки плетки. Пусть и немного видоизмененные, но плетки. Что ж, подстраиваем немножечко лингов. Еще немножечко лингов, еще немножечко рабочих. И радуемся жизни, радуемся тому, что у нас есть куча народу. А что нам нужно сделать здесь? Нам нужно, естественно, сделать вот так. Забрать одного, например, рабочего. Построить здесь еще одно защитное сооружение. Отлично. Теперь у нас есть защита от протосов, потому что нападать они будут в основном вот с этой стороны. И мы это уже поняли. И давайте просто пока клепать наших дорогих друзей, малявок. Нам нужно больше владык. Нам, как всегда, необходимо больше минералов. Сейчас мы этим займемся. У нас куча, в принципе, малявок. Я считаю, что это довольно много. И это хорошо. Это просто замечательно. Отводим нашу гидру. Потому что гидра нам здесь не особо нужна. Вот у нас два стака малявок, плюс еще несколько. Замечательно. Вот у нас есть овер. Что у нас еще будет сейчас? Улучшение раз. Я думаю, улучшение два. Как только мы поставим второе улучшение, мы будем сразу же радоваться жизни и не париться по поводу кого-либо. Хотим больше минералов. Окей, у нас, как всегда, проблема с минералами. Но ладно, ничего страшного. Я думаю, что все будет хорошо. Давайте проверим, что находится здесь у протоса. Я думаю, этого количества малявок, в принципе, должно, по идее, хватить. Будем надеяться, что это действительно так. Здесь у нас куча различной фигни, которая нам, в принципе, не нужна. Поэтому ее вырубаем. Драгуны, умрите, сволочи. Сказал я сейчас, но если бы я играл за протосов, я бы, конечно, говорил наоборот. И я бы хотел, чтобы драгуны жили. Но я играю не за протосов, поэтому все хорошо. Так, там есть очень-очень злая штука, которую мы просто не убьем малявками, поэтому заниматься таким извращением мы более не будем. Хорошо, я осознал. Мы не будем делать гриды на малявок. Мы будем делать гриды, как обычно, на муту и выходить, собственно, в вонную муту. Что нам нужно сделать здесь? Нам нужно сделать улучшение до логова. И нам нужно подстроить что-нибудь более полезное. Например, гидру. Гидра, в принципе, будет также сильно разваливаться под всем и вся, но у нас хотя бы будет некий шанс на выживание. Довольно быстро убиваются зелки, которые пытаются нас похавать, так что я не испытываю особой проблемы с ними. Угу. У нас здесь только что был наблюдатель. Надо быть с наблюдателями поаккуратней. На самом деле мы можем разгаживать здесь все и вся. Продолжать спокойно в эту сторону наступать нашей замечательной слизью. Так, давайте пока что мы будем делать грейды на защиту. У нас очень-очень много виспена. Мы можем построить, как только у нас закончится... Я думаю, мы построим шпиль. Опять-таки, вы уже поняли, что я буду работать в шпиль. То есть я сделаю два шпиля. И с этой помощью буду улучшать сразу нашу гидру.
через которую как бы и буду выходить, потому что, ну, остальных здесь раскачивать не имеет особого смысла. И давайте этим займемся. Так, нам нужно энное количество оверов, и нам все еще нужно энное количество рабочих. Поэтому мы сейчас будем подстраивать рабочих и все-таки на минералы как-то их слать. Отшлем их на минералы. Пусть часть собирают. Оверы у нас тоже сейчас улетят сюда. По сути, мы довольно много потратили в оверов. Это проблема с одной стороны, но с другой это не такая большая проблема. Потому что, ну, блин, все равно же как бы в них тратить надо. Почему Evolution такой дорогой? Относительно дорогой, правда говоря. Также почему шпили строятся так долго? Я хочу свою муту получить как можно быстрее. Ладно, у нас появилось еще плюс 3 рабочих. Это просто замечательно. Давайте сделаем здесь... продолжим усиливать нашу колонию, скажем так. Отлично, 2 шпиля построились фактически одновременно. И тут же мы заказываем грейды на муту, которая впоследствии у нас будет строиться. Но нам нужно что-нибудь, чем мы смогли бы поживиться. То есть нам нужно как можно быстрее поставить что-нибудь полезное, наподобие базы. Кстати, где-нибудь в другом месте, типа вот здесь, например, сверху, да, то есть и так далее. Там, если там что-то есть, конечно же. Потому что пока что мы и не видим, что там есть, что там нет. Кстати, вот здесь мы поставить не можем. Здесь мы поставить можем только вот здесь вот. Но это тоже не особо имеет смысл. Я бы поставил вот здесь на самом деле, потому что... Да, надо было вот сюда поставить базу. Потому что это имело бы больше смысла на самом деле. Но имеет ли это смысл сейчас? Ну, навряд ли. Ладно. Давайте тем временем подзаказывать муту уже, и все-таки как-то через нее уже выходить в нечто более интересное. Так. Да, вот у нас эволюция завершилась. Завершилась она, по-моему, в эволюшене. Да, вот завершилась панцирь для наземных юнитов, если я вдруг решу их подстроить. Потому что у нас здесь есть гидра. Нужно, чтобы она хотя бы чуть-чуть дольше стояла, чем она стоит сейчас. В любом случае, это полезно. Продолжаем клепать муту. К сожалению, мы не можем ее клепать в огромных количествах, потому что у нас, как я уже не раз повторил... Простите, повторил... у нас большие проблемы пока с минералами, они добываются не очень быстро. Но мы можем, в принципе, ее клепать, и это уже достаточно. С газом же у нас таких проблем не наблюдается. С газом у нас все просто замечательно. Поэтому, в целом, все, что происходит с газом, меня как бы устраивает. Замечательно. Что-то устраивается еще мута. И мы попробуем посмотреть, сможем ли мы отбить все, что было там. Давайте, вот как раз у нас идет нехороший такой челобрейчик. Куда ты там решил пройти? Ах вы крысы. Ах вы маленькие крысы. Вы решили на меня напасть из тыла, да? Не получится. Вот так вот. Гадкие протосы, они решили на нас напасть с тыла. Протосы никогда не отличались честностью. Мы еще раз это для себя подтверждаем, в принципе. Давайте быстро уничтожим драгуна, пока он не убил одну из наших. Он все-таки убил гидру. Сволочь. Как ему не стыдно. И давайте быстро глянем, что у нас вот здесь. Если у нас, да, здесь идет крупная база, довольно протосская. Получается, нам нужно пока копить юнитов. И как-то вот сюда перебрасываться потихонечку.
Давайте быстро уничтожаем, уничтожаем драгунов. Давайте, еще минус один драгун. Ну, куда ж ты убегаешь-то, малыш? Вот, убили драгуна. И давайте мы двух рабочих отведем вот сюда. Двух рабочих отведем. И сделаем вот так. Построим здесь базу. И, по-моему, он, кстати, по-моему, не может построить ее ближе, да. Он вообще не может ее построить ближе, поэтому придется строить ее именно здесь. Здесь у нас атакуются драгунами Логана, но, как вы понимаете, это все бред сивой кобылы, потому что, ну, не могут они нормально атаковать наше логово. Как ни крути, мы в выигрыше в этом плане. А вот здесь нам надо как-то развивать наших ребят и что-то делать, потому что иначе они будут очень слабыми. Я, к сожалению, не помню, но, по-моему, мне достаточно будет одного количества муты. Ладно, сейчас разберемся. Я на всякий случай отправлю вот сюда муту, дабы протосы, наглые протосы, не смогли отбить мой экспанд. Надо было заранее поставить его, если честно. Окей. Я как бы не знал. Я опасался, что будут какие-то набеги протосов, и оборонялся, как обычно, изнутри. Но, как видите, оказывается, все наоборот, и мы можем спокойно развиваться более или менее. Поэтому все хорошо. Подстраиваем оверов. Потому что у нас идет фактически нехватка оверлордов. Это не столь критично, но желательно, чтобы нехваток не было. И чтобы все было хорошо. У нас почти уже готово здесь все. Можно отправлять рабочих добывать минералы. Почему бы нет? Вот он построился. Куда ты пошел, дурак? Относи минералы, пожалуйста. Пожалуйста, относи минералы. Спасибо. Спасибо, спасибо. Давайте здесь тоже сделаем отправку вот сюда юнитов, потому что мне нужны эти ребята. Я надеюсь на то, что они будут нормальными, на то, что они будут очень хорошо работать, и, в общем, все будет хорошо. Так, для этих ребят мне нужно, чтобы мне подстроили муту. Еще три штучки, у меня будет второй отряд муты. В два отряда мы сможем уже более координированно атаковать наших врагов. Агасики, вот это нагло, конечно. Вот это нагло. Пошел ты, пошел ты вон. Пошел вон, не смей. Не смейте. Гусеничка, я тебя сейчас убью, гусеничка, ты тварь. Я убью гусеничку, ладно. У нас есть второй отряд муты. Черт. Ладно. Вот, теперь у нас есть второй отряд муты. Отлично. В 4 отряда мы справимся фактически с любой угрозой. Теперь можно сюда не досылать, можно строить прямо здесь. Так, великолепно. И будем потихонечку улучшать нашу муту, потому что это залог успешной работы. Также будем улучшать наше логово. Ну, собственно, по той же обосновательной причине. Как говорится, давайте, ребята, уничтожите здесь базу. Замечательная. Замечательная. Так, следующее. Естественно, их строение не будет работать без пилонов. Надо уничтожать драгунов. Великолепно. Продолжаем зачистку. Отлично, как-то вот так мы, в принципе, разобрались с их небазой. Не то чтобы сильно сложно, но
Просто это могло напрячь немножечко. Самую малость. В любом случае, нам здесь будет доступны еще дополнительные минералы, значит, будет доступен дополнительный экспанд. И это даст нам сил. И это даст нам плюшек. В общем, все будет круто. Все будет круто, все будет хорошо. Цитаделя Дуна. Я уж не помню, что делает цитаделя Дуна. Я совсем не помню, что делают протосы. Через что они там идут? По-моему, они там шли через колоссов в том числе. По-моему, я не помню. Я очень плохо помню протосов. Они протосы тогда прошли немножко мимо меня. Несмотря на то, что я люблю протосов, но протосы прошли мимо. Так, хорошо. Уничтожаем пушки, конечно же. Занимаемся жестокими харасами протосов. И это, по сути, всего-то в два отряда муты. Нет, мута, уходи. Мута, уходи. Мута, уходи. Рано тебе еще с ними. С этими ребятами тебе встречаться еще рано. Очень рано. Так, ладно, по минералам у нас теперь все зашибись, но теперь у нас не так зашибись по остальным ресурсам. В общем-то как-то так, ладно, мы будем под... Ох ты ж мать твою! Ах ты ж крыса! Сраная крыса! Как ты успел сюда прийти вообще? Я и не заметил, меня тут так жестко харасили, оказывается. Ладно, нам срочно нужно восстановление нашего лимита. Твою ж налево, как жестоко. Как это было жестоко с их стороны. Просто уничтожить всех моих рабочих. Я забыл про этот жестокий харас. Я забыл про то, что они так могут делать. И, в общем, это очень плохо. Это дичайше плохо, насколько это, в принципе, возможно. Насколько я помню, на эту базу они не будут идти, поэтому здесь все хорошо. Так, у нас проблемы с газом Виспеном, поэтому мы... Куда вы все время уходите-то, ё-моё? Отлично. В общем-то нормально, ладно. Так, восстанавливаем рабочих, восстанавливаем муту. Так, рабочих через этих остановим. Так, все хорошо, ладно, мне устраивает все то, что я вижу. Пока что. Добываем. Добываем, еще раз добываем. Требуется больше владык. Ну, как бы это логично. Ничего страшного. Так, по улучшениям у нас почти последние грейды на муты. На муту, точнее. Требуется 300 газа из пена. Это дико много. Но ладно. Как-нибудь мы сейчас его заработаем. У нас подземная колония бедненькая, просто вообще в шоке от того, что произошло здесь пару минут назад. Здесь будет идти довольно долгое развитие, так что... Не знаю, честно. Так, больше владык, да пожалуйста, я даже могу сделать, смотрите, вот так вот, знаете, 6 владык сразу. Так, у нас здесь мута. У нас здесь мута. Даже мута с гидрой, почему бы не записать вместе с гидрой, нам... Сойдет, на самом деле. Так, ладно. На самом деле надо записать все-таки отдельно, потому что, ну, гидра, она хоть и весела, крута и так далее, но что-то меня в ней не очень устраивает. Ладно, ты тоже давай сделай вот так. Точнее, даже, знаешь, вот так, чтобы
во-первых, забаррикадировать проход нашим дорогим друзьям сюда. Ну, они будут, правда, чуть-чуть дольше ходить, но ничего страшного. Ну, во-вторых, просто дабы нам было проще управляться со всем. О май гад. Окей. У нас здесь почти третий грейд на атаку. Это просто замечательно. У нас добывается виспен, довольно шустро добывается виспен, я вам скажу. Мне здесь очень нравится. Мы делаем последний грейд на броню. После чего можно уже как-то веселиться. Три муты плюс три муты будет 6 муты. Неожиданно, не правда ли, дорогие друзья? В принципе, та мута, что у нас здесь есть, она как бы восстановилась. Ну, более или менее. Так, два еще, да? Хорошо, еще два муталиского, второй отряд. И еще больше муталисков в отряд номер три. Хорошо, нужно как минимум еще два муталиска в отряд номер три. Сейчас мы их будем обеспечивать. Мы их будем обеспечивать тем, что у нас недостаточно газовый эспен. Ну, то бишь, виспен. Боже, почему он называется здесь именно так? Честно, даже как-то печально. Ну, ладно, и один отряд мы сделаем карапторов. Ну, точнее, не карапторов, а стражей. Так. В принципе, здесь меня все устраивает. Единственное, можно сделать грейд на дальность видимости. Отряд номер 3, друже, давай, объединитесь в отряд номер 3, все отлично. И вот у нас 3 отряда есть, между которыми можем спокойно переключаться и все вместе направлять отряды. Осталось создать самую малость, это просто взять, не знаю, извратиться как-нибудь и сделать, в общем, остальные отряды. Потому что грейд на защиту у нас готов. Фактически у нас будет плюс 3 защиты и плюс аж 3 атаки. Это довольно много, очень круто. И учитывая, как мута сильно фигарит, это просто жестоко. Давайте прогуляемся вот сюда. В принципе, там ничего нет, насколько мне не изменяет память. Но почему бы просто это не сделать? Здесь есть минеральные поля и газовые поля. В принципе, здесь можно поставить экспанд. Так, ну, так как сюда они уже не ходят, мы как бы можем и здесь поставить экспанты, там поставить экспанты и добывать газ уже и оттуда, и отсюда, и откуда вообще угодно, и не париться вообще в принципе. Давайте так и сделаем, наверное. Мута, спаси! Спаси, Мута, спаси! Так, и поставить вот здесь вот. Отлично. Мы мутируем в инкубаторы. Мы подстраиваем с вами. Сколько там муты? Сколько-нибудь. Еще раз сколько-нибудь. Еще раз сколько-нибудь. Нам недостаточно газа виспен. То бишь виспен. Но неважно. Виспена нам недостаточно, в общем, и мы этому не очень рады. Ну ладно, эволюция завершена, и на том спасибо. У нас последний грейд на атаку. Последний грейд на защиту муты. В принципе, без каких бы то ни было проблем, мы сейчас будем добывать что угодно. Давайте сделаем вот так, построим здесь экстрактор. И сделаем вот так, и построим экстрактор здесь тоже. Отлично. С учетом всего этого, как только выйдут наши рабочие, ну, мы даже сделаем вот так, смотрите. Мы сейчас вот здесь вот как раз достроится. И мы как раз направим ребят сразу собирать газ из пен. Просто потому что мы можем, и просто потому что это нужно. Наше логово где-то атакует, где-то кем-то.
А это ни хрена не круто, потому что если его убьют раньше того, чем он построится, это будет вообще нифига не круто, короче. Оу, я забыл, что здесь есть такие штуки. Ну, как бы, конечно, да, протосы все дела крутые, но... Против такой стаи муты протосы немножко ни о чем. Немножечко улетаем, потому что пока что они как раз очень о чем стали. Самую малость. А здесь почему-то не добывается газ. Почему, скажите мне на минус, дорогие друзья? Мута, сфига ли ты сражаешься с драгуном? Я тебя вроде на это не насылал. Я не просил так делать. Почему ты это делаешь? А ладно, теперь мы можем прислать сюда наших друзей. Рапторов, ну, точнее, каких-то рапторов, ё-моё, стражей будущих, так сказать. И, собственно, мутировать всеми моими муталисками в стражей. Нам немножечко не хватает муты, но я думаю, что это не сильно смертельно. Также мы можем поставлять муту прямо отсюда. Бамс, у нас уже есть мута. Как неожиданно, не правда ли, мои дорогие друзья? И давайте на четверку запишем наших стражей. Стражи очень опасны, очень жестокие и очень сильно дамажат, поэтому если нам нужно что-то довольно шустро уничтожить, то лучше это делать через стражей, чем через кого-нибудь, не знаю, там, кого угодно. Да, мута, конечно, поначалу довольно жестко страдает в этом месте. Но в целом... В целом все хорошо. Более или менее. Главное не давать убивать стражей и убивать как можно шустрее архонтов. Точнее, высших темпларов. Но как-то так, короче. Мы захватили еще одну базу. У нас здесь прям весело. У нас здесь прям пикник, можно сказать. Поэтому почему бы нет? Почему бы нет? И мы будем сейчас... Добывать. Еще раз добывать. Все, что только можно. Три муты. Плюс столько... Здесь объединим вот это все в отряд номер 3. Здесь нужно больше муты. Как раз в отряде номер 2 будет вот столько муты, хорошо. А теперь далее. Это будет отряд номер 1. Оу май гад. Мне просто покарали один из отрядов. Это очень жестоко со стороны протосов. Так, ладно. Мы продолжаем клепать муту. Давайте, подстраивайтесь, дорогие мои друзья.
нас очень много минералов, но очень мало ресурсов из пена. Нужно восстанавливаться, дорогие друзья, нужно восстанавливаться как можно шустрее. Да он, я вам скажу, офигеть, какой борзый чувак. Простите. А, они же у нас только наземные, я уже забыл. Окей. Так, хорошо. Блин, вот темплары вообще не улыбаются мне. Совсем никак. Так. Во-первых, давайте пришлем сюда еще муты. А во-вторых, мне нужны оверы. Ибо вот эти ребята мне не очень нравятся. Серьезно, куда подевался мута, Так. Вот темплары высшие вообще не улыбаются никак. Они не любят улыбаться, они будут вас все время убивать. Нет, ни хрена не круто. Заставляют все время на них нападать, не оставляя меня ни на минуту в покое, не давая мне, так сказать, перевести дух. Мне приходится постоянно восполнять мои армии. Так, хорошо. С одной стороны, это как бы хорошо, с другой, это как бы не очень хорошо, потому что у меня все еще не хватает некоторых ребят, и мне все еще нужна помощь, но ладно, пока все более-менее нормально, у меня газ кое-как добывается, и окей, пока все хорошо. Но хотя я трачу довольно много юнитов, и это не очень хорошо. Так, ладно. У меня есть два отряда. У меня, видимо, есть начало третьего отряда. Отлично. Великолепно. И вот этих ребят надо как-то будет сейчас отправлять вот тоже вот сюда вот. Ладно. Мы подстраиваем. Подстраиваем все сюда. Как резко прервалась, кстати, музыка, вы заметили? Так, ну, муты определенно решает, конечно, таки. Это просто замечательно, но вот то, что у меня осталось мало стражи, это ни хрена не круто. Честно говоря, это вообще не круто. Куда вы там, придурки?
Бейте вы этих темпларов, пока они вас не убили. Это ж психотошные темплары. Они вас могут убить. Только дайте волю. Так, где все моя остальная мута? Почему она не на месте? Почему она не добывается? Хотя, мута добывается, это даже звучит как-то по-странному. Ну окей. Базу тоже сюда. Все хорошо. Так, ладно. Так, построим еще муту. Еще муту. Еще больше владык. Еще больше муты. Всего больше. Нужно прождать владык до бесконечности, пока у нас будут деньги. Выделяем. Почему бы не сделать их на пятерочку, например? Или на шестерочку, как сделал я случайно сейчас. На троечку у нас, кстати, не осталось юнитов, поэтому давайте на троечку добавим. Вот здесь, в принципе, все не очень хорошо. Сделаем. Объединим этих и этих ребят. Отлично. Почему бы нет? Так, они вот здесь у нас. На двоечке, на троечке вот здесь. Как раз здесь не хватает примерно типа того. Сойдет. Да, вот почему. Вот оно в чем дело, вот оно в чем, Михалыч. Так, а почему вы не? Не с нами, дорогие мои друзья. Ай-яй-яй! Бегите отсюда, дебилы! Так, и так, и так, и так, и так, и так, и так. Что нам нужно сделать? Что нам нужно сделать в меню? Меню. Задача миссии. Доставьте трутня, кристалл. Окей. Трутень. Трутень. Давай. Ох, сейчас этому крейсеру не повезет. Ох, я ему отомщу за всех ребят своих. Я думаю, что это нормальная месть. Началась добыча кристаллов. Шикарно. Теперь нам нужно оборонять все это дело. Все, 10 минут до конца. Давайте. Давайте, почему бы не записать их всех? Просто потому что могу. И вот вас, например, и тебя вот, например, тоже на троечку. Наши дети атакованы. Наши дети атакованы.
Оу-оу-оу-оу-оу. С другой стороны, атака у меня пошла немножко не очень хорошо. Так. Ну, ладно, пока без логова. В принципе, можно здесь построить муту, например, чтобы он сильно не разочаровывался. Так, нормально. Драгуны. Вы тоже воздух фигам. Чем больше у нас юнитов, тем лучше. А тремя стаками муты мы, в принципе, разносим здесь фактически все. Ненавижу эту падлу. А, и в задницу. Тупая скотина. Наши дети атакованы. Оу, это жестко. Окей, почему нет? Логово атаковано. Ну, зато теперь я буду мстить. Так, крейсер, пошел вон отсюда. Давай, офигели. Ну, в принципе, как бы там минералы с ромсы закончились, да и газ исчерпан, так сказать, поэтому... Особо я не переживаю, конечно, по этому поводу, но... Тем не менее... В принципе, я думаю, что победа на моей стороне. Так сказать, я не знаю почему, но мне почему-то так кажется. Сейчас мы уничтожим вот здесь еще пушечку. Все, отлично. Добьем вот тут, ребят. Так, давайте делаем вот так. Допустим, вот это будет на вторую. Это будет на первую. Это чтобы не сильно париться на третью. Все, нормально.
Все хорошо. Все хорошо. В принципе, меня все устраивает. Ну, по сути, мы зачистили, скажем так, местность от протосов раньше, чем протикал таймер. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Такие дела, ребята. Ну и самое время, чтобы нашего дружочка убили. Доставьте кристалл Хайдариана к маяку. И как я уже сказал, в принципе, несмотря на то, что я вначале немножечко тупил, в каком-то смысле немножечко проигрывал, но в целом все пошло так, как надо. У меня куча рабочих, которые мне нафиг не нужны, нафиг не сдались, и мой дорогой трутень, мой дорогой дружочек несет кристалл. Кристаллы уже в процессе переработки. Теперь все будут трепетать перед властью стаи. Как-то так, дорогие мои друзья. Ну а с вами, как всегда, был Дезертир. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.